Полное описание и точно до выхода 5 и 6 серии нового сериала «Великая». 5 и 6 серии сериала выйдут на Первом канале 15 июня. В новых сериях мы увидим, как после рождения наследника Екатерина оказывается в изоляции. Императрица не допускает ее к сыну Павлу. Петр же тем временем находит утешение в компании с фрейлиной Воронцовой. Однако канцлер Бестужев становится на сторону Екатерины и помогает ей увидеться с сыном. У князя Залесского рождается дочь, которую он нарекает Катей. Благодаря уму и обаянию Екатерины ее влияние при дворе усиливается. Вслед за Бестужевым ее союзником хочет стать английский посланник Уильямс. Расположенная великой княгини добивается одна из образованнейших дам света Екатерина Дашкова. Да и сам Петр постоянно нуждается в поддержке своей супруги. Приревновав Екатерину к секретарю английского посланника, пьяный Орлов вступает с ним в драку и едва не погибает. 5 и 6 серии сериала выйдут в эфир 15 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.